В эфире Лидского телевидения информационная программа «События». В студии Алексей Вадейко. Здравствуйте. Начинаем выпуск, как всегда, с анонса главных его тем. Думала, коронавирус далеко, оказалось близко. Личанка Татьяна Войтулевич поделилась своей историей с COVID-19. Клещи не спят, опасные членистоногие уже активизировались. Отмечены лучшие. В Лиде подвели итоги районного этапа областной викторины. Этот день мы приближали как могли среди работающей молодежи. А сейчас об этих и других темах подробнее. 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы в Беларуси на сегодня. За весь период распространения коронавируса на территории нашей страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний, осложненных инфекцией. Более 7700 белорусов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели и выписаны. В Лиде выздоровели 88 человек. В числе первых поборовших коронавирус была личанка Татьяна Войтулевич. С нашей коллегой Ольгой Борисевич она поделилась своей историей с COVID-19. Выйти на улицу, вдохнуть свежего поветра и пойти по своих справах. Про это Татьяна Войтулевич марила больше за 2 тыдні. Менавіта столькі ей спотребилось, как перемогчи коронавирус. Татьяна Эдуардовна и ее муж были у лику первых личан, у яких тест на COVID-19 был становчим. Яна каже, и уявить не могла, что трапить у такую историю. Коли чула про коронавирусную инфекцию по телебачанні, здавалося, что это десь далеко, а отрымалося зусім близко. Дренно себе отчувать жанчына почала у початку красовика. Симптомы были подобными до грипу, але Татьяна Эдуардовна и не подумала, что это китайский вирус. Нават тое, что у яе у мужа зніклі смак и нюх, а это характерные симптомы COVID-19, не насцярожила. У меня 6 числа поднялась температура 38,2 и чувствовала ломкость кости. Ну, я обратила свой медпункт на работе, и меня освободили. Я поехала в свою амбулаторию, там меня открыли больничную. Ну, и температура как-то такая и не была. И в пятницу уже за 5 дней мне закрыли больничную. Но все равно я потом почувствовала на выходные, что мне не лучше. Во вторник опять обратила к участковому врачу. И мы открыли больничную. И все равно мне плохо, поднималась температура до 38. Вот. И в четверг мне позвонил участковый врач Турач Сергей Анатольевич и сказал, что я контактирована с больными с этим вирусом, и сказал, чтобы ехали в больницу. Вот нас приехала скорая, нам позвонили, и мы вышли в скорую и ехали в больницу. Вкус или запах пропадали? Да, сразу после, когда начала болеть, у меня вкус и запах пропал где-то, может, на 2-й или 3-й день, я не помню. Ну, сколько он длился, ну, тоже, может, почти неделю без вкуса и запаха. Контакт с хворыми на COVID-19 у Татьяны Войтулевич был на праце. На предприемстве, где она працует, такий диагноз подтвердился у нескольких человек. У больницу Татьяна Эдуардовна и ее муж трапили 16 красовика. Их поклали в инфекционное отделение, где сделали тест на коронавирус. Сразу быстренько сделали тесты, и мы ждали тесты. С мужем? Да, с мужем. И в воскресенье нам уже позвонили с санэпидемстанции и сказали, что у нас положительные вот тесты. Реакция какая была у вас и у мужа? У меня реакция спокойно очень была, потому что я уже немного болела. Как-то я себе спокойно вела. Ну, а муж немного нервничал. У мужа Татьяны Эдуардовны коронавирус был амаль бессимптомным. Тому за станом его здоровья врачи только назирали. А вот у ее самой рентгенограмма показала правобоковую пневмонию. Мне назначили лечение. Вот, капельницы капали, антибиотики. Вот, и хорошо смотрели. Я благодарна своему врачу. Вот, Игнатович Сергею Леонидовичу, который хорошо к нам относился, вот смотрел нас внимательно. Медсестры и врачи приходили, измеряли кислород в крови, вот, и давление как было. Ну, все, мне понравилось очень. Я очень благодарна всем и санитаркам, и медсестрам. Праз некалькі дзён сям'ю Войтулевич з інфекцыйнага аддзялення перавялі ў корпус Лідскай цэнтральнай раённай бальніцы, адведзены для лячэння кавідных хворых. Як адзначае Татьяна Эдуардовна, там увагі з боку медыкаў было не менш. С нами
пришел наш лечащий инфекционист, врач Сергей Леонидович, и смотрел за нами, наблюдал, кому надо, какая была помощь. Если пневмония, значит, поддерживали капельницей. Но эта болезнь проходит как бы и без пневмонии, только повышение температуры, как было у моего мужа. Вот, но он лежал просто под наблюдением, измеряли температуру, конечно, и все, и спрашивали самочувствие всегда. Я очень благодарна и очень довольна была и лечением, и медперсоналом. Знаходячись у больницы, Татьяна Эдуардовна и Тадеуш Эдуардович хвалявались за родных. Семьи дочки и сына стали праз их контактами первого узровня и находились на самоизоляции. Да, очень переживали, и мои родные переживали, дочка плакала. Ну вот, ну слава богу, у них такое, что, ну, нормально, я считаю, что минусы. У больницы Татьяна Эдуардовна и ее муж провели 12 дзён. Яны отчували себе добра, их выписали до дому. Але режим самоизоляции был обовязковым, покуль не выздоровеют канчаткова. Адмоўный тест на коронавирус подтвердил, хвороба отступила, и яны могут вертаться до звычайного життя. По-другому смотрите на жизнь или все вернулись к обычной жизни? Все к обычной, все к обычной. Может, если проходила больше тяжелой форме, да. Ну, как проходило мне, ну, не очень так тяжелой, можно сказать. Вот так я, ну, живу, как и раньше жила. И, конечно, я сама рада, что все это прошло. Не боятся общаться? Соседи, родственники? Я еще так ни с кем не встречалась. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что-то здесь бояться. Это все-таки каждый незащищен. И я считаю, что врачи нас вылечили, и мы очень им благодарны. Татьяна Вайтулевич не перестает дяковать медикам за то, что вылечили я ей мужа. И как человек, перенесший коронавирус, рает людям быть самим уважливыми до своего здоровья, притримливаться усих парад по профилактике коронавирусной инфекции. Надо, конечно, защищаться. Может, хотя бы вот те и маски, и перчатки, и меньше побывать в людных местах. Но себе больше ограничивать, конечно, в общество выходить. Ну, больше пока посидеть дома, я думаю. Только выходить там по нуждам, кому куда надо. Магазин там вот такие, аптеки. Татьяна Эдуардовна выздоровела, вышла на працу, и теперь ее головная задача – посадить огород. И хотя коронавирус унес коррективу ее дачный график, кажется, что поспею все зарабить, да и дети помогут. Героиня нашего сюжета в разговоре не раз благодарила медицинских работников за выздоровление. Людям в белых халатах, которые помогают пациентам с COVID-19, сейчас действительно приходится нелегко, и они заслуживают благодарности. Выражают ее и участники нашего проекта «Спасибо медикам». Сегодня свое послание медицинским работникам адресуют учащиеся Лидской гимназии. Сегодня мы говорим спасибо тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с вирусом, не знающим границ. Ваша работа, дорогие врачи, фельдшеры, медсестры, водители скорых – это больше, чем профессия. Это желание самоотверженно помогать, спасать, бороться за каждую жизнь. Мы безмерно ценим ваш труд и вашу любовь ко всему человечеству. Низкий поклон вам, наши герои. Если вы хотите выразить благодарность медикам, которые, рискуя собственным здоровьем, борются с коронавирусной инфекцией и спасают жизни пациентов, присылайте свои видеообращения на наш электронный адрес tv_lida@tut.by.
Врачи помогают нам побороть различные болезни. Помогают они нам справиться и с клещами, если уж насекомое впилось в тело. В этом году в медучреждениях Лидского района зафиксированы 26 обращений по поводу укусов клещей. В 14 случаях от членистоногих пострадали дети и подростки в возрасте до 17 лет. Чем опасны кровососущие и как защитить себя и своих питомцев от них, в материале Вероники Левдорович. Первое нападение клещей на человека в этом году на территории Лидского района были зафиксированы очень рано, еще в феврале. Специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии связывают это с аномально теплой зимой и отсутствием заморозков и снежного покрова. Обычно же активность клещи начинают проявлять в мае. Пик же приходится на июнь-июль. Членистоногих становится меньше только в том случае, если лето засушливое и жаркое. Вторая волна активности кровососов обычно проявляется в сентябре. Много ли клещей в парках, скверах и лесах мониторят работники Центра гигиены и эпидемиологии. В этом году проведены такие уже и в Лидском районе. В 2020 году превышение порогового уровня численности клещей было зафиксировано на территории городского парка культуры и отдыха города Лиды и на кургане Бессмертия. Были проведены противоклещевые обработки данных территорий. После проведения обработок клещи на данных территориях не выявлены. Большая часть случаев присасывания клещей происходит при контакте с ними на территориях лесных массивов. Так, например, на территориях Лидского района большая численность клещей наблюдается в лесных массивах, прилегающих к улице Кооперативной, Тухачевского, также лесных массивов, прилегающих к микрорайонам Молодежной и Индустриальной. Что касается лесов, то они не подлежат противоклещевым обработкам. Здесь меры профилактики иные. Устанавливаются информационные щиты с надписями, предупреждающими об опасности нападения клещей. Создаются защитные перекапываемые полосы по периметру лесных массивов. Проводится санитарная рубка. Попасть под удар клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и во дворе частного дома и на дачном участке, расположенном вблизи лесных массивов. В связи с этим рекомендуется убирать захламленность данных территорий, своевременно скашивать траву, вырубать ненужные кустарники и уничтожать грызунов, которые являются основными заносчиками клещей из природных биотопов. Клещи лишь на первый взгляд безобидные существа. На самом деле они переносчики различных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и лаймборелиоза. И если бороться с заболеваниями непросто, то защитить себя от нападения клещей по силам каждому. Когда собираешься на прогулку в лес, нужна одежда, максимально закрывающая все участки тела, желательно светлых тонов. А также нужны головной убор или капюшон и резиновые сапоги. Ни в коем случае не стоит надевать короткие шорты, юбку и майку. И, конечно же, необходимо обработаться репеллентами. При пребывании на территории леса или лесопарка раз в один или два часа проводить само- или взаимоосмотр одежды и кожных покровов на наличие на них клещей. Также провести самоосмотр или взаимоосмотр, придя домой. Тщательно просматривать приносимые из леса домой цветы, грибы, ягоды. Опасность клещи представляют не только для человека, но и для домашних животных. Кровопийцы способны переносить пироплазмоз. Это заболевание крайне опасно для кошек и собак и очень часто приводит к их гибели. С начала этого года диагноз пироплазмоз врачи Лидской городской ветеринарной станции уже выставили более чем сотни четвероногих пациентов. Первые же случаи заболевания домашних животных были зарегистрированы еще в январе. Собак, пострадавших от укусов кровососов, сейчас к ветврачам приводят почти ежедневно. Заражение пироплазмозом проходит через укус клеща, и первые симптомы заболевания появляются уже через 1-3 недели. Первый признак и самый явный для владельца – это изменение поведения собаки. Это отказ от корма, вялость, апатия. Собачка отказывается играть в любимые игрушки, отказывается кушать любимую еду. Второе – это повышение температуры тела. В норме у собаки температура от 37,8 до 39 градусов. А все, что выше – это повод незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу за помощью. И третье – это моча ржавого цвета. Это происходит из-за того, что почки выделяют большое количество погибших эритроцитов, и здесь уже время идет на часы.
пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Все лечебные препараты вводятся строго по весу собаки и только под наблюдением ветеринарного врача. Настоятельно рекомендуем в связи с аномально теплыми зимами заранее и практически круглогодично обрабатывать своих собак от эксодовых клещей. В аптеках и зоомагазинах нашего города вы можете найти большой выбор и различных по виду. Это могут быть спреи, ошейники, таблетки, капли на холку и различного срока действия препараты. При приобретении ветеринарного препарата вы следует обратить внимание на срок годности, на правила использования и срок действия защиты данного средства. Укусом клещей подвержены и козы. Употребляя молоко зараженной козы, человек может получить клещевой энцефалит. Чтобы эти животные были здоровы, их следует каждый раз осматривать после выпаса и своевременно снимать с них клещей. Необходимо помнить, что клещевой энцефалит может передаваться через инфицированные молочные продукты. В основном это сырое козье молоко. Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать козье молоко в установленных местах и перед его употреблением проводить термическую обработку не менее 2-3 минут. Поездка за город, оказывается, может приносить не только удовлетворение, но и неприятности. Однако избежать их можно, если понимать, как и чем себя обезопасить и выполнять все советы. К другим темам. Объявлен старт национального конкурса «Предприниматель года». По его итогам будут определены лучшие бизнесмены в номинациях. Успешный старт, стабильный успех, в данной номинации участвуют крупные предприятия, эффективный бизнес в сфере производства, эффективный бизнес в сфере услуг и эффективный индивидуальный бизнес. В данной номинации участвуют индивидуальные предприниматели. Субъектам хозяйствования, желающим принять участие в национальном конкурсе «Предприниматель года», следует направить до 1 июня этого года свои заявки в Лидский районный исполнительный комитет, в отдел регистрации субъектов хозяйствования и предпринимательства Управления экономики, расположенный по адресу город Лида, улица Чапаева, 19, кабинет номер 5. Телефоны в Лиде 52-23-99 и 52-06-05. Участие в конкурсе бесплатное. В Лиде подвели итоги районного этапа областной викторины. Этот день мы приближали как могли, инициированной Главным управлением образования Гродненского облсполкома, обкомом БРСМ и областным советом Белорусского общественного объединения ветеранов и посвященной 75-летию Великой Победы. По условиям викторины участникам необходимо было ответить на 20 вопросов на тему Великой Отечественной войны и прислать ответы на электронный адрес районной организации БРСМ. Отличительной особенностью викторины в нашем регионе стало то, что к участию в ней была привлечена не только учащаяся молодежь, но и работающая. При подведении итогов среди последней из 14 первичек участниц победителем викторины стала первичная организация БРСМ предприятие «Лакокраска». В викторине, которую предложил нам поучаствовать районный комитет, приняли участие работники нашего предприятия. Это работники цеха номер 7. Вопросы были каверзными, не совсем даже легкими, но нам было интересно принять участие, интересно поотвечать. И хотелось бы поблагодарить районный комитет БРСМ нашего города за то, что они в такое тяжелое время уделяют внимание такому светлому празднику, сказать им спасибо. Второе и третье места в викторине завоевали первички БРСМ областной психоневрологической больницы Островля и ТПФ Лида. Основное участие принимала я, как секретарь первичной организации больницы Островля, но и мне помогала моя работающая молодежь. Заняли третье место, но я считаю, что это тоже огромный результат. Участие принимала вся молодежь нашей фирмы. У нас, конечно, фирма большая, молодежи у нас не так много человек, но все же мы, сплоченные своим коллективом, очень рады были ответить на вопросы, вспомнить, где-то даже погрустить. Ну, вообще, 9 мая, конечно, светлый праздник, и поэтому хорошо, что существуют такие конкурсы, что молодежь помнит победу. Награждение победителей районного этапа областной викторины «Этот день мы приближали как могли» среди учащейся молодежи будет проведено Лидским управлением образования и районными организациями БРСМ и Белорусского общественного объединения ветеранов. Оно состоится позже. Мы не верим в магию цифр, и число 13 нас не пугает. 13 мая Лидское телевидение запустило новую акцию, которая продлится до конца месяца. Мы даем вам возможность поздравить детей, которые родились в мае, со скидкой 50%. Заявку вы можете оформить, не выходя из дома, по номеру Viber плюс 375-29-381-8008 или на сайте tv-lida.by. Оплата производится через систему.
систему ЕРИП. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. В четверг в 19 часов смотрите на ЛИДА-ТВ программу «Мой вопрос». Наша коллега Ольга Купрашевич пригласила на откровенный разговор председателя Лидской районной организации Белорусского общества Красного Креста Екатерину Сапегу. Речь пойдет о деятельности организации, которую она возглавляет, о работе сестер милосердия и волонтеров в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, о сотрудничестве с другими общественными организациями. Также гости ответят на вопросы, заданные телезрителями, и личные вопросы. Смотрите программу «Мой вопрос» в 19 часов, 21:30 и 23 часа. Я же прощаюсь до пятницы. Именно в этот день выйдет в эфир очередной выпуск информационной программы «События». Всего хорошего.